Здравствуй, дорогой зритель. Очередная посылка. Видите, кому она пришла? Волкову Майхалу Владимировичу. Вот. Почему получилось так? Потому что заказывал на Алиэкспрессе, а заказывал с доставкой из Москвы. Глынув какой-то Андрей там пересылал на Алик, как-то он там подрабатывает. Интересно, как я тоже, может быть, подработал бы. Вот. И, собственно говоря, все это дело почтой посылается. Небольшая дырочка есть, но, скорее всего, это все дело нечаянно. Кто-то где-то дербанул. А никакой, ни пупырки, ничего. Как-то прям очень сильно человек верит в то, что у нас на почте повредить ничего не могут. Я розовый не заказывал, нет? Так, значит, что это у нас пришло? У нас пришло пауэрбанки. Пришли, не пришло, а пришли пауэрбанки 8 месяца 2017 года. Достаточно свежие. А, значит, 6 iPhone хватит зарядить 3,7 раза. iPad mini 1,4 раза. Вообще хрен знает сколько раз. Вот. И 2,4 раза. Достаточно неплохо, вот, особенно для этого. А, значит, есть штрих-код. Стираешь там штрих-код, можно проверить. В отзывах читал, люди проверяли, все хорошо. Я даже проверять, наверное, не буду. Значит, как тебя открыть, чтобы все это дело симпатично осталось. Почему симпатично? Потому что, ну и, собственно говоря, штрих-код почему не буду проверять? Потому что это заказ Мазика. Мазик — это у нас пинболист. Мой личный знакомый. Он говорит там: Миш, блин, мне, говорит, тут пауэрбанки надо. Я говорю: ну, надо, надо. Я говорю: давай что-нибудь там тебе сейчас подберем. Ну и вот подобрал. Вот такие вот Xiaomi. Вышли они, чтобы не обмануть, где-то там в районе 1200, что ли, рублей за штуку, если не ошибаюсь. Причем вот с такой ерундой. Как вот это сделать, чтобы осталось хорошо и презентабельно? Не знаете? О, вот так вот это мы сделали. Презентабельность была сохранена. Значит, что мы имеем внутри? Мы имеем внутри наклейка. Нет, это не наклейка. Мы имеем внутри инструкцию о том, как вот здесь вот можно стереть и проверить все это дело на сайте. А также мы здесь можем увидеть, что означает каждая из светящихся лампочек, насколько у него осталось аккумулятора, запаса. Так, ну, такой, знаете, тяжелый, симпатичный, в этом отношении хорошо. Что у нас тут написано? 10 тысяч миллиампер, 5 вольт, 2 ампера, трали-вали-вали-трали. Ну, давайте одну защитную пленочку вот так вот немножечко снимем, чтобы увидеть, что под ней находится. Нажмем кнопочку. И, собственно говоря, после нажатия кнопочки мы увидим то, что он заряжен приблизительно наполовину, так как мигает два индикатора. А два индикатора у нас означают 25-50% зарядки осталось. Вот, значит, что у нас есть? Микро-USB для того, чтобы его заряжать, и USB-шный выход для того, чтобы заряжать что-либо от него. Также у нас есть вот такие вот подарки. Ну, в данном случае это нужно для того, чтобы
Но видите, их три. Скорее всего, для всей семьи. И все это дело нужно для того, чтобы определять детей. Ну, чтобы не путаться. Почему два одинаковых цвета? Тогда не знаю. Как мы тестили? Может быть, вот так вот. Нет, так тоже, наверное, неправильно. И почему у нас... Нет, все у нас хорошо. У нас здесь есть еще, видите, кабель плоский, микро-USB-шный. По внешнему виду вполне хороший. Здесь у нас есть, видите, что-то не хочешь наводиться-то. mi.com. А здесь значок Xiaomi. Ой, чуть сегодня дело не уронил. А вот так это будет выглядеть в силиконовом защитном. И у него есть еще какой плюс, то что можно будет сделать следующим образом. То есть вот как-то вот так вот намотать, чтобы все это дело не терялось. И получится очень даже удобно. То есть всегда в сумке, если это, например, женская либо мужская сумка, он у вас будет. Цвет, ну, знаете, вот телефон его передает все-таки как синий. Более такую насыщенность ему дает. Но на самом деле он бирюзовый, что ли. Так что... Когда он придет, имейте в виду, что он все-таки вот, не знаю, как вот тебя подсветить, может быть, телефоном. А что у меня с фонариком? Ребят, что-то какая-то ерунда, у меня что-то почему-то фонарик не хочет светиться. Сейчас 5 сек. Интересно, девки пляшут, фонарик у меня светиться не хочет, поэтому я вам не смогу подсветить. Ну да и ладно. Вот так вот выглядят они. Стоят недорого. Доставляют быстро, доставляют почтой, шлют, как я уже повторился, из Москвы. Вот, если вдруг вы решили там заказать у меня телефон и вдруг хотите там себе заодно такой пауэрбанк, в принципе, можете его по программе «Бесплатный посредник» добавить в заказ, и он к вам пойдет вместе с телефоном. В наличии я их, наверное, держать не буду, несмотря на то, что они стоят вроде как недорого, но... Держать, наверное, не буду. Очень даже. Затем, думаю, можно прощаться. Пойду все это дело перепаковывать. Мазик, я думаю, их получит, наверное, даже чуть раньше, чем видео смогу смонтировать и выложить. Ну, а с вами прощаюсь. Всем всего. До скорых встреч. Пока.